Здравствуйте. Мне нужно получить QR-код. Здравствуйте. Мне надо сертификат получить о поставленном прививке. Сегодня каждый второй посетитель приходит в МФЦ, чтобы получить сертификат о вакцинации. Выдача бумажного сертификата прежде всего актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не может самостоятельно распечатать документ. Эта услуга абсолютно бесплатна. Обязательно нужен паспорт. СНИЛС обязательно надо принести. Ну и, конечно, желательно нам с собой взять телефон. Почему нужен телефон? Необходим для того, чтобы восстановить пароль на портале госуслуг, либо зарегистрироваться на портале госуслуг. Сертификат содержит данные о вакцинации и ревакцинации, также данные о перенесенном коронавирусе, либо о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. В правом верхнем углу бланка расположен QR-код. Но бывают случаи, когда сертификата нет в личном кабинете. Бывает по причинам разным. Иногда поликлиники не вносят данные. Поликлиники у нас должны вносить данные как о вакцинации, так и о медицинских противопоказаниях и о том, что переболел человек или нет. Если нет такой прививки, то мы, вернее, если нет такой информации на портале госуслуг, то мы предлагаем гражданам сначала обратиться за помощью в службу, в единую справочную службу по вакцинации, телефон 122. Это федеральный телефон, по которому надо позвонить и уточнить, а в чем же причина. Там могут посоветовать разные варианты, либо обратиться к гражданину самому в собственную поликлинику, где он наблюдался, либо эта служба сама свяжется с поликлиникой и решит этот вопрос, чтобы гражданин не ходил в поликлинику. Если проблема была не связанная с поликлиникой, то мы смотрим, а какие учетные записи есть у гражданина на портале госуслуг. Бывает часто, что люди ошибочно еще раз регистрируются, получается несколько учетных записей, и тогда происходит путаница. То есть, если это связано с проблемами именно портала госуслуг, мы сначала решаем эту проблему здесь, в МФЦ, да, и примерно через сутки после того, как были внесены, например, в поликлинике данные, сертификат уже формируется, и можно его распечатать. Получить сертификат можно в 40 офисах МФЦ на территории Кузбасса. Обратиться в рабочее время с понедельника по субботу, а также по предварительной записи по телефону 123 с мобильного. И напомню, что QR-код у вас попросят при посещении театров, кинотеатров, кинозалов, музеев, бассейнов, фитнес-центров и спортзалов, а также в организациях общепита, детских игровых комнатах и развлекательных центрах, торговых центрах, салонов красоты и парикмахерских. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.